Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Артём. Сегодня распакуем вот такую интересную посылку. Это игрушка мягкая, поросенок, как раз году к соответствующему. Ссылку на продавца я вам оставлю. 18 дней мне шла посылка в Новосибирскую область. Ну, плюс где-то примерно там дня 3-4 продавец мне ее отправлял. Здесь я закрыл мои данные и пэкет. Ну, давайте это все открывать. По ценам там примерно около 500 рублей все это мне обошлось. Поближе вам покажу. Материал очень и очень приятный на ощупь. Это не просто у нас поросенок. Это, как мы видим здесь, логотип Disney, Disney Store. То есть, по всей видимости, это даже оригинальная игрушка. Это поросенок из мультика Моана, Пуа его зовут. И довольно прикольно он будет смотреться на полке, как раз символизируя новый наступающий 2019 год. И сейчас вставлю вам пару перебивок. Как я и сказал, ссылочку на продавца оставлю. Сможете себе заказать уже, разумеется, в новом году и порадовать себя вот такой вот мягкой игрушкой. Что же, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и оставляйте свои комментарии. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!